команда новая. Играем полгода вместе. Даже полгода нет, как, наверное. То есть еще до сих пор притираемся, не понимаем друг друга на поле, к сожалению. Порой такое бывает, но есть материал для работы, мы будем работать. Парни просто не видели перспектив в кубке, нет? Я знаю, что кубок, я сам в СВЛ играю первый год, как говорится, да, вот первые полгода. Я знаю, что кубок — это такой маленький способ командам неизвестным пробиться как можно выше, сыграть с теми же командами из первой лиги, из премьер-лиги, если повезет, да. Конечно, трудно сделать, адски трудно, но возможно. То есть, допустим, с Петрукой ты не встретишься здесь, правильно? А в кубке ты можешь это сделать. И сыграть с такими командами, сильными, именитыми, я думаю, что это наоборот должна быть мотивация для каждого игрока, играющего во второй лиге, в третьей. Ну, третьей нет, в первой там. Ну, обидно очень. Спасибо вам большое за то, что вы